Работаем сейчас правой чунцюань, йоу чунцюань, для того, чтобы ударить заднюю руку. Неправильно сказал правой. Для того, чтобы заднюю, да, да, вот как у кого-то правая сюда, кто-то левая. Заднюю. Для того, чтобы ударить заднюю, мы с вами выводим руку и доворачиваем носок и колено, подаем вперед. Тело не наклоняем в сторону удара, мы его только поворачиваем. И при этом передняя рука приходит к нам на защиту, она не валяется где-то в этой груди или там еще куда-то падает. То есть у нас носочек помогает с вами для того, чтобы вставить кулак вот туда. Рука защищает полностью, ноги согнуты для того, чтобы полностью вложить, как говорят, от мышки уха, все тело, всю силу, всю энергию. И, конечно же, не стесняйтесь сейчас, не держите удары, не стесняйтесь, или просто не вкладываетесь, или не умеете делать резкий вес. Не будет резкого удара, не будет резкого выдоха. Наоборот, резкий выдох, резкий удар. Когда вы делаете такой удар, это будет толчковый, сильный, мощный удар. Но если это будет резкий выдох, тогда это будет хороший, мощный такой, как будет ключи резкий удар. Вот, сейчас значит, рука берет в таком положении, ножки согнуты, смотрим вперед. Некоторые сейчас делают удар, да, смотрят в пол. Смотрите вперед, куда вперед, потому что направляетесь. На один счет один удар. Три. Ха. Са. Са. Фу. Ля. Чи. Ба. За. Ша. Закончили. Давайте по десяточке, много не буду заходить. Вы должны понимать, что удары в конце мы не оставляем. Да? Потому что шутсанда это вид единоборства и спорта. Такой, в котором есть захваты и броски. Если мы оставим удар, то у нас его возможно захватить. Вот, во-первых. Во-вторых, заведомо, когда вы оставляете руку здесь, а не пытаетесь ее вернуть, ваш удар будет медленным. Поэтому ваша задача, кроме того, чтобы быстро выбросить, ее быстро назад вернуть, как пружинка такая, как резинка. И сами на себе узнаете и увидите, даже когда нагрузка на лапах работает, что чем быстрее вы вернете руку, тем быстрее вещи будут сам собой. Поехали больше. Передняя рука, задняя рука. На один счет два удара. Ну и, соответственно, два удара. Три. Два. Два. Ладони болтайте, у вас может быть вперед. Два. 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 Четыре. Два. Два. Шесть. Вернулись. Хорошо, переходим к следующему удару. Боковой удар. Рукой называется по-китайски гуа цюань. Гуа цюань. Зо, левая. Гуа цюань, боковой. Йоу, правая. Выполняется в таком положении. Мы сначала для того, чтобы ударить, чуть-чуть вкручиваемся в сторону той руки, которая у нас бьет. И выводим ее параллельно локтем полу. Вот сюда, в подбородок или в корпус. Чаще всего в подбородок, но очень хороший идет печеночка. А передняя носочек нам помогает, скручивается, и мы делаем это туда. Приготовились. Передняя рука сейчас работает. Один удар, один счет. Три. Ах. Сам. Не пытайтесь сильно вложить сейчас. Просто кинь вот сюда. О. Да. Четыре. Па. За. Четыре. Правая рука, соответственно, сзади у нас работает, скручивается тело и работает носочек, вставляет. Вы знаете, что сама по себе одна рука, она не сильная. Только мы добавим тело и наши ноги, это удар уже 10 раз сильнее, чем просто рука сама или просто нога. Тоже работает все тело, и не забывайте про защиту. У некоторых рука, ну, возможно, как бы вам не нужно это, но если вы хотите обучать детей, то всегда показывайте, как надо, потому что они это все хавают, но слова потом не воспринимают. Они видят, воспринимают глазами. Поэтому лучше, когда показывать, показывать правильно. Рука одна на защите, а другая бьет. Задняя рука, приготовить. Три. А. Сам. С. Передняя нога тоже помогает, чуть работает. О. Д. Три. Два. С. Вернулись. Хорошо. Это у нас второй удар. Первый был прямой удар, чуть-чуть. Второй у нас
из техники. Это удар снизу, апперкот или чао цюань по китайски. Зуба чао цюань, левый апперкот, йоу правый. Для этого удара тоже работает у нас тело. То есть у нас рука как рычаг, который стоит на теле. Мы можем даже рукой не бить, ничего не делать. Но если мы поставим рукой, таким и делаем, это ремонт, то уже будет хороший сильный удар. А если еще и плюс, чуть-чуть, сами попробуйте на лапах, или на чем-нибудь поработать. Левая рука, приготовили сейчас. В сторону, сейчас руку сюда смещаемся, скручиваемся, и эту руку снизу вверх вот сюда запускаем. Ноги у нас тоже работают. Они как бы приседают и потом поднимают. Передняя рука. Эй! А! Могу за. Раньше в камеру не скинули, она работает, снимает сейчас. Да. Закнулись. Задняя рука, то же самое. Заря. И вот сюда вперед чуть-чуть подальше. Близко вот до себя, как головы меньше стоит. Легко это туда ударить. Он как от себя идет, как от природы, да? А дальний вот сюда ударить. Чуть потяжелее, потому что уже есть какая-то дистанция, этот удар видно больше, чем боковой или прямо. Стали с точки, работаем. Йоу, чао, цюань. И. Так. Сам. Ц. Фу. Лё. Ти. Па. З. Ш. Поняли? Техника понятна, очень простая, это ни для кого не секрет, просто сейчас, может быть, для себя услышали новые матюки по-китайски. Чунь цюань прямой, гуа цюань боковой, чао цюань снизу. Вот это все есть техники первого дуаня, которые показывают Муслим Саликов. Очень простая техника, но, как оказалось, на чемпионате Европы технику первого дуаня с первого раза даже не все судьи или спортсмены потом стали ее. Ну что-то там, Лев Мудруков и Александру Родонцеву не понравилось техники. Их отправили на пересдачу, да, Сергей? Потом на следующий день была пересдача. Все сдали потом, да? Деньги никому не вернули. Нет, ну сдали все, а вот на следующий день. Деньги не вернули, но заставили сдать все равно этот экзамен. Вот, техника, ну половину сейчас с вами прошли. Потом мы с вами поработаем весь этот план, потому что в мае на чемпионат Европы в Москву я планирую поехать и сдать на этот первый план. Сдать с твоим. А? 150. Уже? Я 220. В мае будет 200%. Первый был 200. Да? А что это красотка была? Сейчас как тяжелее. А уже второй будет по пацанечку, да что? Первый дорогой. Хорошо, вот это. У нас получилось 4 шага передвижения вперед, назад, вправо, влево. И три удара ногами. Перекрой на удар ногами. Технику первого дуаня изучили один простой удар. Это дэн фу. Поднять колено с натянутым носочком при ударе. Вот сюда вперед. Левый прямой удар ногой, правый удар ногой. Если запомнить зо, левый. Йоу, правый. Зо, дэм, стой. Выполняется с подшага. Мы подшагом обязательно перевернемся. Формируем стопу поднятием колена вот сюда. Бьем пятки в нашем поясе, потому что в пах запрещено бить. Бедро разрешено бить, но никто этим ударом не пользуется, потому что очень тяжело попасть. По бедру сильно надо быть метким. Вот сюда. Поэтому этот удар ниже пояса не бьет сам. Вот сюда. Шаг, раз, ударили, и таким же макаром становится назад. Это если с подшагом. Если с подпрыжки, то с подпрыжки. Если с подтяжки, то с подтяжки. Это уже другое. Ну, самое простое сейчас подшаг. Подшаг задней ногой, удар передний. Приготовились. Три. А. Сам. Пяточкой целились, пяточкой. За. Фу. Много быстрее назад. Ряд. Молодцы, стряхнулись. Задняя нога, наверное, с самого детства, самый легкий удар. Да? Это
Здесь мы тоже выводим с вами колено вперед. Стопа формируется таким положением, что носок натягивается на нас вверх. То есть мы сейчас прикладываем пяточки. Да, есть удары. Вот сюда, когда мы пальчик, большой палец на себя натягиваем, другие пальцы от себя и бьем местом вот сюда под большим пальцем. Точечный удар, который в карате принято, да, там, использовать и некоторые традиционные, и так далее. Но чаще всего у нас в нашем виде спорта идет или как атакующий вышибся туда, или как встречающий удар, да, ну, пяточки вставляются сюда. Если мы натянем носок, то нам нравится. Если в перцаче, конечно, здесь могут ставить куда-то носок. Ну, это хорошо. Вот задние ноги тоже. Ручки у нас соответственно есть. Работа вот такая, что не поможет. А толчку это толчку. Мы как бы натягиваем голову на себя, да, вот сюда. И двумя руками пробиваем ногой, помогаем себе движением рук натяжки. Есть и такая практика. Ну, вы вовремя должны уметь прийти в защиту, если вы пробиваете. Вам сойдет ногу на голову. Задняя нога. Пейк. Хорошо, вот мы с вами прошли технику все раздувания по ногам, они внесли технику только прямого удара. Еще есть самый популярный удар, даже прямой удар ногой, и так часто бьют. Самый больше бьют пауки, корпус, там, голову реже бьют, но в основном круговые, да? Он уже появляется во втором ударе. Есть еще цинчуай, боковые удары. Потом в других двоих пойдут еще из оборота, там цинчуай, круговые, там пяницами пойдет рукой. Уже более сложные броски, уже идут с комбинацией на вторые, третьи двоих. То есть уже в парах это шел я. Блокировками там и так далее. Вот эта техника, то, что касается перерывания, из удара. Плюс они внесли сюда еще один бросок. Бросок называется по-китайски бао-туй сэль-шань. Бао-туй захват ног, сэль-шань поднять вверх, бросить. В таком положении каждая рука обнимает каждую ногу. Не в таком положении, когда рука загнута. Как вы думаете, почему? Кто знает, почему? Корпус он повернется, и вы видите захват. А так, если посадка, то теория хорошая штука, но в перчатках не спадает. Да, поэтому Ушуй Сандар, я вчера буквально с учеником боролся, и подцепляю его так, с предплечьем сюда под мышку, раз там побороли, раз сюда. Что вы так делаете? Потому что я с самого начала тренера отвечал внимание, в перчатках мы захват не можем делать. Есть прихват и прижим. Вот, поэтому и здесь мы вот этим местом, которое нажимается на перчатке, мы можем прижать основную ногу. Нога не такая толстая, она как вроде более-менее зацепится, да? Прижмем, иди сюда. Это у тебя большой. Что ты пытаешься? Вот смотрите, когда мы должны в броске, мы должны как можно ближе к его центру держать. Пальцы на держать, чтобы контролировать его, и вам было легче бросить. Во-вторых, рука прижимает раз, рука прижимает два. Плечо ваше должно упираться в этом броске туда, ниже вода. Вот сюда. Муслим Сабиков, когда вы посмотрите, он делает этот бросок в таком положении. Я учил эти бросок. Вот в этом положении поднимаешь в другие стороны. Он делает зашагивание сюда вперед, захватывает здесь и потом бедром подбивает вот сюда и тянет. Выходит сюда. Спартак с Армении, да, бросал вот так и не поднимал сюда вверх. Ему не засчитали этот дуань за то, что он делал. А он сделал один в один, как мы сели. На первом дуане не хотели вот этот бросок. Зашли, поднять, бросить. Поднять, подсел, снял, бросить. Хотя сами составили вот этот бросок, вот сюда. Ну, как бы это только сказал. Давайте сейчас разойдемся. Вашим исполнением. Нашим уже просто. Дальше. Креационная работа на самом деле. Я, честно говоря, даже пробовал очень просто. Потому что потом я не в моем исполнении. Что я дальше, да? Что? Дальше, потом я не занимался. Это я давно не занимался.
Там же потом и по соревнованиям, по одним, по тренировкам я еще звонить должны. А что вы написали? А? Я напью трусы. Сказали обязательно. Я же уточнил два раза. Где мы возьмем трусы на соседние? Я приехал на наборок, нет уже, елки-палки, не грызли. Я объясняю, мы приехали в этот вот в октябре на международный турнир в Питере, в России. И они сказали, где хотите, берете этот вот, блин, красное, синее, этот вот костюм. Ну, шорты, майка там не надо, если без майки. А не, майка надо была, штайп, жилет. Красно-синяя майка и железный бандаж. Нету дисквалификации. И, короче, нашли все. Бегали, блин. Было два этих, вот одни шорты были, красные, огромадного размера. У меня дети, которые 20 килограмм, драли из шортов, которые на 100 килограмм. Подвязывали, скотчем утягивали. А вторые были синие маленькие, и как с большими дрались, как в стрингах. Или покупать новые, которые там стоят там, баксов 20. Ну или... Так этот... нет, я же на перчатку смотрел. Короче, ни у кого нет. Ну, блин, у меня синие тайские есть, у меня красные тоже тайские есть. То есть я свои ходил, майки тоже я покупал. Но майки есть, но майки всегда были. Блин, они же попытаюсь сделали обязательно тоже уже давно. И по кику. Ну, по кику, в принципе, там по шортам пофиг. А майка же там не надо. Там не так актуально. Но там по цвету экипировка тоже, они там начинают поддушиваться. С одной стороны, правильно. С другой стороны, конечно, подстроиться сложновато без привычки. Ну, придется что делать. Придется брать вот такие комплекты, хотя бы два штуки, красный-синий, средний размер, чтобы всем влезло. Кому неудобно, будет покупать свои. Пока в тайских разрешают, можно в тайских драться. Деваться некуда, нет вариантов. С одной стороны, правильно, с людям проще. Что когда бывает, что выходят с красного угла во всем красном почти, там не в перемешку. Потом наоборот запутаешься, реально, я же сам судил, представляю, что это такое. Такие, жилеты есть, а шлем? Шлем желательно, но не обязательно. Пока со следующего года все будет по цвету.
Я тут своих по цвету шлемов выпускаю уже, сколько помню, столько шлемов выпускаю, стараюсь, по крайней мере. Ну, майки как бы наши. Они же не выступают. Это старый заход еще. Они просто на тренировке одевают черный, ну не выкидывают же. А сейчас поменяли все. Ну, деваться некуда, что делать? Это хорошо, что вы предупредили. Я бы не знал. Я вот честно, вышли, блин, в этих разноцветных шортах, и был бы нам тогда всем, блин, по минус баллу. Ну, я думаю, что будет. Ну, может, не дисквалифицировали, но баллы поснимали. Ну, отправили меня. Бегали, пискали, меняли кого-то, продолжали. Поэтому я написал и... Хорошо, что уточнили заранее. Давайте посмотрим чуть-чуть дальше вариацию. Это то, что бросок за первый план. Я опять же, вот наблюдал, как они стоят на вот эту серию. И показан бросок без поднятия, а просто сюда, за ворот. На видишь. А когда реально они показывают, то показали вот этот, который мы в односторонней стойке, по наименности подходят, поднимают плечо, тот же радуется, да? И потом лев. А ему говорят, так и так же вот Спартак совместит. Да видео так же, там, знаешь, нет, ты не правильно. Ну, в общем, мы должны быть готовы, потом там. Да, давайте сейчас попробуем с вами взять за две ноги в этом броске, да, а он не тянется. И мы переходим далее выше. На подпереднюю. Да, скрут. Поднимаем ее сюда и подставляем вот сюда ногу для задней подсечки. Вот сюда. То есть мы вышли, это должно быть 2-3 секунды, потому что у нас борьба, да? Дошли, раз, сюда, оп, и выбили ногу. Если поставим, не выбьем ногу вот таким движением, а поставим, будем толкать, упадем с ним вниз. Поэтому нужно сделать движение вот такое, выбивание. Пробуем, а потом перейдем. Вот как бы тут все понятно. Я просто надо все посмотрел, блин. Из борцовской ни хера не вспомнил. Не борец, и все. Вот. Сейчас надо снимать и пересматривать. То есть как бы вроде все правильно делаю, не получается ни хрена. Обычная подножка вроде, блин. Ну, блин, вам проще. Я ж ударник чистый, блин. У меня сложнее. Ну да, так вам попроще. Мне сложно, блин. Выведи ногу сначала. Вы же поднимай ногу, прижми к себе. Срасталось неправильно. Так у него вывернулся ладилист. Прямой удар еще бьет, а боковой, он просто дипломал его, понимаешь. У него он сам грэпплер разрешает. Где-то то ли стеклен, то ли ножом пронули. Результаты повышаются. Мизинец, поэтому пошел кандидат. Захвата кистей. Плечом рука под пятку, давим плечо вперед, сопровождаем ногу за пятку, до конца не бросаем. Но не тяните, вы на нее давите. Способом рычага. Его нога была здесь, а потом украла, и она ушла. И нам никуда не остается, как упасть. Расслабься. Смотрите, сейчас перейдем к технику 2, давайте. По разделению. Шаги, удары, удары. Первое, зимовый. Под шаг вперед.
Это вы сержант. Ваня, значит, еще так. Ну, сержант. Милиционер, короче говоря. Физтрак. Физтрак. 4 счета вперед. Ну, какой он висит? 75. 75. 75. И вперед. Так. Сэр. Он так. Назад. Фонарь не спится. Разбираем обеспечение. Ну, такой он ломовик, блин, такой слабодумающий. Он же сейчас не тренируется, у нас уже давно. Он сейчас в Минске, он просто приезжает до нас вступать. Так больше недели выступает только на вишах. На месте стоит надо прыгать. Сейчас. Кто работает? Вот там вот, блин, где-то в каком-то то ли в ОМОНе, то ли в Соборе, блин, инструктором. Ну, нормально вроде не напрягается. Там пришел, тренировку провел, там два дня вообще свободен. Зарплата нормальная, квартиру дали, вообще хорошо устроился. Молодец. Максим выпускает. Бьющий такой тоже. Какой-то жесткий. Ну, блин, такой. Не борется. Не, мне кажется, он состоится. Как Коля не горит. Да, но рубится всегда, сколько я помню. Ну, как-то не в прошлом, по-моему, года два назад россиянин уронил. Отгребал. Потом как дал ему, блин, аж ноги подлетели, и все. Как поднялся, и второй раз пропустил, упал. А все, я думал, что проиграет. Ну, явно проиграл по борьбе, там в одной коллекции, там жидарист хороший. Может, Шлябинск, скажу. Молодой, там лет на 15, младше тоже. Это пенсионер. Доски не выпустили, пока вспомнил. Даже это на помост. Новый сделаем. Помост? Ну, что-то же они ремонтировали там. Уже это не будет проваливаться. Они еще его используют как сцену. Всю под все мероприятия. Просто так не хотели делать по-другому. Только так. Надо сейчас изыгануть, как мы стоим, на улице хранится, прям она лежит и под снегом. Там. Откопать надо. Ну, поглядеть. Того же шпагата, чтобы хотя бы легко тасовать голову. Кто захочет, у кого есть от природы шпагаты, там посидеть и так далее, можно. Но я сталкивался с таким, что чрезмерная гибкость... Вроде ремонтировали, потому что там проводили, чуть не провалились на какие-то концерты. Ну, вроде сделали. Там же ничего не ложат сверху. Ну, когда концерт, это у нас мат. Там хоть как-то прикрывается. А там было. Вот у них кто-то там ушел, вот здесь они подделывали. Должно быть нормально. Теннисные мячи там на координацию, скакалки, самое минимальное. Должно быть, я думаю, тоже в процессе тренировки. Плюс, конечно же, ушел до сюда. Без снарядов это лавка игрушек. Ну, не бывает. Несмотря на то, что мы в парах постоянно вроде бьем и так далее. Тоже. Да куда без снаряда? Чувство силы, чувство точности, чувство резкости. Помню, тренировались только потом без мешков и долго тренировались. Лет 7, как-то еще выиграл. И парная работа. Это говорит о том, что у тренера деревянный сейчас стоит на лапу. Ну да. Так, значит, давайте сейчас мы сделаем следующим образом. Честно, мы сегодня продолжаем самые. Сейчас мы разберемся по 4 человека, по полной стороне. Хорошо, ты по 5 человек можно. Разбираемся. 4, 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
Ну, потому что это еще больше. Это еще.
Я не могу включать завтра, когда звук.